Вы когда-нибудь бывали в Мумидоле? Зимой долина покрыта пушистой снежной шапкой, а все ее жители, чтобы не замерзнуть, впадают в глубокую спячку. Смотрите, это Мумидом. А вот и наш главный герой, Муми-тролль. Это Муми-папа и Муми-мама. А этот комочек должно быть крошка Мю. Пожалуй, прежде чем начать наш рассказ, нужно всех разбудить ярким весенним солнышком. Наконец-то! Весна пришла! Просыпайтесь! Весна пришла! Муми-тролль! Ты проснулась, крошка Мю! Что ты развопился? Весна пришла, и я радуюсь. Мне как раз снилось, что я живу в арбузе. Но на улице так красиво. И что дальше? Зима закончилась, наступила весна. Жизнь прекрасна. А я люблю спать. Ты же сама просила разбудить в первый день весны. Правда? Ты ведь так хотела не проспать весну, разве не помнишь? Вот как? Конечно. Что-то я не припомню. Иди, спи дальше, если хочешь. Тебя никто не заставляет не спать? Нет, что-то мне расхотелось. Тогда все в порядке. Мама! С доброй весной, Муми-тролль. Муми-мама, я проголодалась. У нас есть арбуз? Арбуза нет, но что-нибудь вкусненькое найдется. Давайте приготовим праздничный завтрак. Это же Снус-Мумрик! По обычной лестнице спускаться гораздо удобнее.
Зато по веревочной веселее. Пойдешь к себе домой? Да. Спасибо, что приютили на зиму. Вряд ли твоя сестра уже вернулась. Все равно побегу. Снус, Мумрик! Привет, Мумитроль. Как я рад тебя видеть. И я тебя. Ты в этом году рановато. Это верно. Не хотелось пропустить весну в Мумидоле. Расскажи про свои приключения. В следующий раз. Пойдем разбудим Снифа и займемся чем-то интересным. Он будет ворчать. Слышишь, как храпит? Ну-ка еще разок. Получилось. Сниф, весна пришла. Веснус Мумрик вернулся. Дайте поспать. Мы хотим заняться кое-чем интересным. Интересным? И что здесь интересного? Только представь, мы здесь впервые. В такой ясный день с вершины будет виден весь Мумидол. И море. Доброе утро, мистер Хемуль. Доброе утро, Мумитроль. Родители проснулись? Мама точно проснулась. Что за странная привычка впадать в зимнюю спячку? Она нравится. И что им не сидится на месте? Как красиво! Это правда. А из трубы Мумидома идет дымок. Не надо было уходить. Муми-мама готовит что-то вкусненькое. Смотрите! Что такое? Значит, здесь все-таки ступала нога человека. Смотрите! Цилиндр? Большой цилиндр. Интересно, кто же его потерял? Не знаю, но папе точно понравится. Не маленький цилиндр. Видите? Да тут спрятаться можно. Точно. Мумитроль, перестань. Пожалуйста, на сегодня хватит. Пора снимать. Что такое? Папа. Он как будто уменьшился. Я не могу его снять. Я помогу. Тяни, тяни сильнее. Так-то лучше. Спасибо. Что за шум? Папина голова застряла в цилиндре. Откуда же он взялся? Это не мое, Муми-мама. Дети нашли на горе. Молодцы, ребята. Что же нам с ним делать? Странный он какой-то. Значит, выбросить? Нет, выбрасывать жалко. Не знаешь кого-нибудь с большой головой? Нет. Вот как мы его используем. Ага, это... мусорная корзина, да? Молодец, Снус Мумрик, как ты догадался? Это было просто. Давайте завтракать. Снус Мумрик, присоединяйся к нам. Красивые. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Да? Прости, что отвлекаю. Я к мумитроллям. Пойдешь со мной? Или останешься? Так пойдешь или нет? Да. Значит, все-таки останешься. Снорк! Я почти закончил, представляешь? В этом году я точно дострою мой летучий корабль. Это исторический момент. Вот незадача. Пожалуй, надо доработать. Интересно, он правда его построит? Нет, конечно. Крошка Мю, он всю жизнь об этом мечтал. Мечтать приятно. Но лучше мечтать о чем-то реальном. Я тоже так думаю. Ниф, ты когда-нибудь наешься, наконец? Ты вообще умеешь мечтать? Иногда мне снится кошмар, что кладовка опустела. А это кто насорил? Куда бы положить? Очень кстати, замечательно. Это еще что? Облака. Не трогай, вдруг они ядовитые. Мягкие, как вата. Здорово, я лечу. Как чудесно. Можно мне попробовать? Готово? Полетели. Ура! Зачем так высоко? А если вы упадете? Меня подождите. Облака, подождите. Подождите меня. Падаю, падаю. Муми-папа пишет мемуары. С ним многое случилось за эти годы. Он вспоминает и записывает. Что это было? Муми-тролль! Привет, папа! Что ты делаешь? Мы летаем. Эти облачка вылетели прямо из дома. Подлети поближе, чтобы я до тебя дотянулся. Не надо. Лучше покатайся со мной. Подожди, остановись. Прыгай, тебе понравится. Муми-тролль. Прыгай, а то упадешь. Поздно. Муми-мама, скорее! Что такое? Ты знаешь, чем дети занимаются? Конечно. Они катаются на облаках, это же опасно. Не волнуйся, я им сказала, чтобы были осторожнее. Готов? Я выиграла, выиграла! Подожди. Облачко, подожди, вернись. Теперь-то я до тебя доберусь. Сейчас залезу повыше и доберусь. Вот так. Давай, облачко, давай еще поиграем. Поймал, поймал. Не убежишь. Не убежишь. Давай.
Давай. Ну вот, мое облачко растаяло. Здорово покатались. Я еще не наигралась. Смотри, Мумитролль и Фрёкинсток. Привет! Почему наши облачка растаяли, а их нет? Их облачка тоже уменьшаются. Пора бы им спускаться. Теперь я вожу. Раз, два, три. Что ты делаешь, крошка Мю? Прячусь. Пять. Шесть. Семь. Здесь, похоже, спрятаться негде. Девять. Слишком грязно. 9,5. Точно. Спрячусь в шляпе. 10. Нашел. Фрёкинсток. Мы точно знаем, что Мумитролль в доме. Я видела, как он залезал в камин. Нашел? Нет. В подвале смотрел? Смотрел. Вы слышали? Где? Мне пора домой. Что-то случилось? Я не могу найти Мумитролля. Как такой толстячок мог так хорошо спрятаться? В шляпе кто-то смеется. А вот и я, Снив. А ты кто такой? Я выиграл. Ты везде искал и не нашел. Значит, я выиграл. Так кто вообще стал бы тебя искать? А по-моему, вы очень старались. Это что, новая игра такая? Меня зовут Фрёкинсток. А тебя как? Я король Мумидола, красавица. Слишком страшный, чтобы быть королем. Не очень-то вежливо с твоей стороны. Правда, пап? Скажи-ка лучше, что ты сделал с Мумитроллем? Да вот же я! Где? Здесь. Кто ты такой и где Мумитролль? Папа! Боюсь, ты ошибаешься. Нет, конечно! Я Мумитролль! Вот еще! Мумитролль милый и симпатичный, и ни капельки на тебя не похож. Ты вообще в зеркало смотрелся? Но... Что это? Где мой нос? Носик пропал. И откуда это шерсти? Ой, что с моим хвостом? Какой ужас! Не может быть! Кто ты такой? Что ты со мной сделал? Это кошмар! Я сплю! Я хочу быть прежним!
страшилище! Боже мой! Что за шум? Что случилось? Мама! 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 А это кто? Говорит, что он мумитроль, только посмотри на него. Ты не похож на мумитроля. Это правда я. Правда, правда. Пожалуйста, поверь мне. Я мумитроль. Даже не знаю. Со мной что-то случилось. Почему я так изменился? Не плачь, успокойся. Все будет хорошо. Не надо плакать. Если ты мумитроль, то волноваться не о чем. Дай мне минутку. Я разберусь. Мама, назови меня по имени. Я не знаю, что произошло, но я говорю правду. Мамочка, поверь мне, пожалуйста. Посмотрим. Мамочка, ты меня узнаешь, правда? Ты ведь не откажешься от своего сыночка? Пожалуйста, мамочка! Тише, тише. Мама! Да, ты действительно мой мумитроль. О, мама! Мумитроль! Папа! Мальчик мой, где ты прятался? Здесь! В цилиндре? Надеюсь, мы видим его в последний раз. Муми-папа решил, что цилиндр слишком опасно оставлять в доме. Поэтому на семейном совете было решено выбросить его в реку. А жаль, все-таки не каждый день находишь такой цилиндр. Снафкин, сакки хикоуни га тондеру но мита ё. Китто ано боуши о сагаштеирун да ё. Демо дайжобу, учи но чикашитсу ни ойте арун да моно. Нани мо окори ва шинай са. Цикай, таношии муми икка, дай 2-ва, махоу но боуши. О таношими ни! My love, Anata.